Случился революция, не сильно против сегодня очищали от нарушителей. Судебные приставы начали снос незаконных торговых павильонов. Требуя освободительный участок, торговцы игнорировались с 2012 года, и сегодня два киоска пошли под снос. Очень долго мы носили свое имущество, оттягивая смысл, все-таки оставили на площади холодильник, и пообещался, что будет стоить перед этим.